сидим перед школой, пишем диктант. Домашние уроки. Всем привет уже теперь лично от меня. Я развезла Элли и Даню. Кого в школу, кого в детский сад. И теперь буду сама собираться, нужно привести себя в порядок, потому что вид у меня так себе. И вот эти вот штуки вот здесь, они меня просто напрягают. Ну что с ними делать? У меня и тут, ну что это такое? Как вот с этим бороться, я не понимаю. Сейчас попью чаек, позавтракаю в душек и поедем с вами по делам. И, девчонки, всех поздравляю с 8 марта. Желаю всем женского счастья, добра, любви. В общем, всего самого-самого хорошего. И, да, нужно будет поехать поздравить бабушку, маму. В общем, всех нужно будет поздравить. И, да, как-то так вот. Сейчас я уберу, Даня тут завтракал. Не доел свой бутербродик. У нас до сих пор все в шарах. В общем, они не сдаются. Хотя уже полторы недели этим шарам. Я тут вот в таком виде сушу волосы. Сейчас пришел сосед, спрашивал, не видела ли я сегодня ночью или утром, или вчера вечером черного кота в подъезде. Видимо, у них кот ушел с квартиры, а они не заметили. Вот поэтому я всегда боюсь, что у меня выйдет кот, когда мы открываем двери. Он уже как-то выбегал один раз, и когда открываешь двери, он так сидит и поглядывает, как будто хочет выйти посмотреть еще раз, что там. И вот теперь бедные, слышите, бегают, ищут кота. Жалко, конечно. Так, ну что, я готова. Да, кстати, у нас вот такая вот слышимость в доме. Ужасно. Вот. В общем, я высушилась, привела себя более или менее в порядок. И сейчас звонил мне директор со школы. Ну, как бы я вам рассказывала, что в школе, так скажем, произошла драка. Ну, драка это, конечно, не назовешь, но тем не менее... И учитель должен был мне позвонить еще на той неделе, ну не учитель, а директор, но он так и не позвонил. И я сегодня написала туда имейл, что типа, где вы все, в чем дело, что происходит, почему все молчат, какие у этого мальчика консеквенсен, ну как это по-русски. В общем, что ему за это будет, потому что этот мальчик уже переводился в другой класс, в общем, у него... Уже были много шансов исправиться. Его исключили ту неделю из школы. Эту неделю он уже ходит с понедельника, но ему разрешается сидеть только в кабинете с другими детьми. Даже на паузы он уходить не имеет права. В общем, так скажем, под небольшим таким арестом. И вот завтра, после разговора с папой, будет решаться, что с ним дальше делать. Но директор говорит, что, скорее всего, мы будем исключать его из нашей школы, то есть искать ему другую, потому что, ну, как бы ему давалось уже много шансов, он этого не понимает. Поэтому будем смотреть, что будет дальше. Но, в принципе, я предполагала, что будет такой итог, что его исключат. И это будет намного лучше, потому что, ну, я вам честно скажу, обрадуется вся школа, когда его отчислят. Это 100%. Потому что он уже столько всего натворил. И вот мы оказались, к сожалению, последней вот этой капелькой. Ну, в общем, ребят, вот такая вот у нас получилась неприятная ситуация. Да кто пришел? Что ты хочешь? Что такое? И, кстати, я сейчас буду звонить, пробовать дозвониться. Я уже сегодня пробовала, там никто не взял трубку. Нам пришли имейлы, в которых стоит, что пора уже определяться, будем ли мы делать операции на желудок или будем пытаться еще один год, например, худеть без операции. Но я для себя уже давным-давно решила, что я буду делать эту операцию, поэтому сейчас буду звонить, и нужно будет назначать термины у хирурга, у психолога, у
в лаборатории сдавать кровь нужно будет. В общем, я надеюсь, что не придется долго ждать, потому что там сказали, что, может быть, чуть ли не до полтора года ждать придется, пока это будет операция, если вдруг кто-то там откажется или там еще что-то. То, естественно, они будут сообщать, но, опять же, там идет эта очередь, и, конечно, хотелось бы уже побыстрее, чтобы это все закончилось, чтобы был какой-то результат, на что я очень сильно надеюсь. Уф, и, кстати, у меня сегодня так болят мышцы живота, мы в понедельник так потренировались, весь наклон был на мышцы живота. Я теперь не могу толком ни смеяться, ни двигаться, ни потянуться, потому что ужасно все болит. Ну да. Короче, пошла я собираться, потому что время идет. Я сижу, мне надо будет бабу с дедой скоро забирать. Да. Работник. Стаканчики прикольные. Смотри, целый набор можно собрать. Там есть мечты? Да, давай, побежали одеваться. Погода, конечно, отвратительная. Забрала Даню из сада. Я там. Да. Съездила с бабой, с дедой по делам, к маме на работу. И теперь поедем домой, да? Да. Дома, пожалуйста, хочу мне дома. Ну, пошли домой. Ты домой хочешь? Да. Ну, пойдем. О, я господи, хочу. Ты чего? Не-не, мы домой идем, пойдем. Домосед ты. Нет, мы не пойдем, Коми, мы домой пойдем, пошли. Машина едет, машина едет. Руку давай. Все, мы дома. Даня уже сидит, печеньки жует. Лес там зевает, сидит, но он уже давно дома. И сейчас я вам покажу. И мы ходили, в общем, там документы делали с бабой, с дедой. И я еще зашла в магазин Woolworth. И баба с дедой подарили, сегодня же 8 марта, цветочки. Подарили вот мне букетик и для Элли букетик. Сейчас я их открою и покажу вам. Единственное, вот эти длинные, я не знаю, куда их поставить. Я же купила вот эти вазы, но они, мне кажется, короткие будут. Либо я укорочу вот эти вот. Сейчас посмотрим. Вот такие вот цветочки мне подарили. Смотрите, какие красивые. Пахнут. Пахнут. И вот такой вот букетик у Эли. Это от нашего деда с бабой. Мы сегодня кушать будем здесь, потому что я, ну, как бы ничего не готовила сегодня. У нас есть еще фунчоза там, ну, как бы поедим сегодня так. Ну что, ребят, мы поели. Теперь я вам быстренько покажу, что я тут купила. Тут, в принципе, ничего такого необычного нету. Бася опять камеру нюхает. А мне нужно было для Ильяса купить для урока рисования вот такой вот блокнот. И вот здесь листы, они не отсоединяются. То есть, когда ты, допустим, нарисовал уже, тогда ты его можешь сверху, снизу оторвать. Не знаю, насколько это будет удобно, но взяла вот такой вот. Потом также для урока рисования взяла ему вот такие вот фломастеры. Не знаю, они достаточно толстые. И я думаю, также для рисования будет хорошо. Там был список, и там были вот написаны фломастеры. В общем, посмотрим, насколько это будет удобно. Дальше. Карандаши.
также ему нужны на урок рисования. И я взяла ему еще футболку. Просто вот такая вот синяя футболка, без всяких надписей, без ничего. Тоже Woolworth. Вообще, стоила она всего лишь 2 евро. Она очень приятная, мягкая, то есть никакой синтетики здесь не присутствует. То есть хороший, фокус. Вот, то есть хороший хэбэшный материал. 2 евро, почему так, я не знаю. Потом взяла себе кофточку. Я уже как-то ее мерила, но что-то не стала брать, потому что она была только в розовом цвете. А сегодня она была и в голубом, и в сером, и во всяких, короче, разных цветах. Вот такая вот тоже простенькая, синенькая маечка. Вот это уже, я вам скажу, больше связано с синтетикой. Она вот, видите, такая легкая, что она аж просвечивается. Но, в принципе, я надеюсь, что все-таки сегодня был последний день, когда снег. И скоро наступит тепло, и мы сможем ходить в футболках и так далее. Но на случай, если не наступит все-таки весна и тепло, взяла для Дани вот такую вот кофточку. Мне показалась она прикольная. С такими вот донатсами. Блин, такая огромная уже, кажется. Скоро на меня подойдет, наверное. Хотя до меня еще далеко. И с капюшоном еще. Вот такая вот с монстриком кофточка. Мне она прям очень понравилась. И это все, как бы такой хороший плотный материал, теплый. У него внутри, вот видите, такой как, что это, я не знаю, флис, да, это, наверное, называется. Вот здесь вот, ну, тоже такое вот, видите, как флис, тоже мне нравится. В общем, все, больше я ничего не купила, и потратила я 33 евро. Я считаю, 2 теплые кофточки, футболки 2 штуки, плюс вот эти карандаши, фломастеры, 30 с копейками, это... вполне себе. И я вот уже не первый раз замечаю, что покупать одежду становится намного дешевле, чем покупать продукты. То есть, короче, мы скоро будем ходить одетые и разодетые, у нас все будет, но кушать нам будет нечего. Ну, это я, конечно, сейчас утрирую, да, как бы, но да. В общем, как-то так. Сейчас книжечку, какую мы будем читать, смотри, такую, вот эту мы не будем читать, да. А сюда что, тоже не читается, давай, вот эту или вот эту, эту, сказку будем читать, ложись. Day breaks and I'm burned by the morning light. Same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. Так, ну что, ребят, я уложила Даню спать и приехала сейчас, съездила уже в магазин. Я вообще поражаюсь, что я еще хоть на что-то успела. В общем, что я купила, давайте я вам покажу. Ну, давайте покажу для Марты. Я уже подъехала к ее дому. Я взяла конфетки Джотто и взяла... Опа! Вон чувак уехал, Свет пропал. И, а что такое? Вот. И взяла, вот такие вот цветочки. Они в горшочке с землей. Я подумала, что, как бы прикольнее будет, если они не пропадут. Потому что обыкновенные, ты их купишь, и все, им хана. И маме я купила... Вот такую вот коробочку конфет Ferrero Küsschen с белым шоколадом.
И ей я взяла точно такой же цветочек, только он белого цвета. С красненьким таким тоже прикольно, мне понравилось. Сзади вот такая зелень в горшочке. В общем, я даже, если честно, не знаю, как они называются. Тюмбидиум. Тюмбидиум. Короче, какой-то тюмбидиум. Короче, как-то так. Все. Сейчас забегу быстренько к Марте, подарю ей, потом забегу к маме и домой, потому что время уже 10:00. Девочки, вас тоже с 8 марта, что ли? Алло, а где мама? Чё ты не встаёшь? Чё ты не встаёшь? Тут стою. Мне никто не встречает. Почему? Вау! Горшочек! 8 марта! С горшочком! Глянь, как он смотрит! Он его первый сожрет! Красивый! Ой. А я тебе говорила, блин, а у меня вот палочки! Палочки! Правда, палочки! Ну, цветочки же! Ну, палочки! Ну, данки шо! Палочки, цветочки. Ой. Чё там, чё там? Данка шо? Я не знаю. Короче, он не в земле, оказывается. Лоханулась я. Это тоже как букет цветов получается. Там губка внутри. Губка должна быть всегда мокрая. Это для зелени. И вот эти цветочки, они в таких колбочках. Вот эту белую штучку. Вода. Да, он там, блин, вода. Ты эту белую штучку снимаешь, наливаешь туда водичку и одеваешь обратно. Ну, блин, я думала, они будут так цвести. Я тоже думала, цветы такие. Лохушка я, ну что сделаешь, ну? Смотри, как... Смотрите, какую штучку мне тут дали. Самодельный рулетик. Маркус с мамой пополам делали. Обалдеть, ребят, я подъехала к дому. Сейчас жду, пока Ильяс выйдет, сумки занести надо. Я в магазин заехала. Ну, смотрите, ну что это? Ну, март же уже наступил. Все, я пришла домой. В итоге поехала, чтобы подарить цветочки. В итоге привезла опять целую кучу с собой. Я вот теперь не знаю. Смотрите, у меня уже такие есть. Либо вот этот букет теперь от Марты. Либо вот этот, который еле распаковывает. Либо вот этот от Марты. Я теперь не знаю, какой. А второй от Марты брата. И нам мама подарила еще, я думаю, что это розочки. С Элипа розочки. Вот эти вот. Надо будет сейчас соединить с этими. Будет огромный букетик. Что там? Что там, что там? Розовая. А, розочка. Вторая такая же? А, не, вторая другая. Это другая. Вот. Короче, вот такая вот у нас теперь тут кучка цветов. Надо их разложить. Пришла я домой. Закупка, я вам скажу, не очень здоровая выглядит. В общем, взяла в Ангиботе, были огромный пакет вот таких вот разных, вот эти вот, как они, желейные, вот эти, ну, резинки, вот эти, короче, сладкие. А здесь они в маленьких пакетиках. И разные, и кислые, и сладкие, и разные формы. И, в общем, чего тут только нету, взяла сразу два штуки. Здесь, вот видите, как бургеры такие вот есть. В общем, два штуки взяла, потому что Даня любит их кушать. Взяла нож. В Пене сейчас идет опять акция. Собираете такая тетрадка, такие наклеечки. И за €99 вы можете купить вот такой хороший нож. Мы распечатали его. Сейчас посмотрим. Печеньки, сырные такие вот шарики. Вот такие вот чипсы. Потом какие-то печеньки. Я таких еще никогда не видела. Вот эти с маком. А вот эти с шоколадом. Не знаю, попробуем. Огурец, паприка, авокадо. Басины вкусняшки.
Вот такой вот майс, как он, кукуруза молодая, мы любим вкусненько. Взяла пудру, у нас дома пудра еще есть, но взяла из-за того, ну, то, что крутится, и сразу заодно пудра получается. Пицца, шоколадная паста, Даня, на завтрак. Не знаю, взяла варенье, может, блины сделаем. Вот такой вот хлебушек сладенький. Сливочный сыр, зеленью простой, моцарелла сыр, потом вот такие вот печеньки, как палочки в шоколаде, актимель, этот питьевой йогурт, кноперсы, пудинг шоколадный, тостерный хлеб, и взяла куриную грудку, и вот еще паприка, дома у меня морковка, лук есть, хочу сделать фунчозу, мне почему-то очень сильно хочется фунчозу, и вот так вот выглядит этот нож, что это за фирма, РЕ, Генерацион, Берндес. Неважно. Короче, фирма Берндес, как я понимаю. Ну-ка, покажи. Правильно я прочитаю, что-то так мелко. Вот. Да, вот так вот он называется. Надо посмотреть, интересно, сколько он стоит. Вот. Mm-hmm. Ну, в общем, хочу еще насобирать. И там есть разного размера прикольные. Что? Ну, он такой, я вам скажу, добротный. Посмотрим, как он будет в работе себя вести. Наша цветочная галерея готова. Смотрите, как вот из двух букетов получился какой один огромный с этими, блин, вылетело с головы, как они называются. В общем, огромная такая ваза получилась. Розочки мы соединили, которые нам мама подарила. И, не знаю, либо Марта, либо ее брат, который. И Эллен букетик от Баби с Деды. И конфетки у нас тут еще отлеют. В общем, такая вот у нас тут красотища. Ну что, ребят, буду я с вами сегодня уже прощаться. Вот так вот прошел наш 8 марта. Уехала дарить цветочки, в итоге привезла кучу целую домой. Я помню, говорила, нет, бабе с дедой я уже днем сегодня подарила. И я почему-то думала, что вот эти цветы, которые для Марты и для мамы я купила, что они в земле, в горшке, и они, ну, как бы в земле, их надо поливать, они будут цвести там. Но, блин, я, конечно, немножко подрастроилась, потому что, ну, я не обратила внимания, я торопилась, и, короче, как обычно, кто поспешит, ну, ничего. Все равно куда интереснее, чем букет цветов, наверное. Либо я людям заботу добавила. Короче, ладно. Буду я с вами прощаться. Всем до следующего раза. И всем пока-пока.